Никита Кологривый – имя, которое сегодня на устах у всех. После съемок в сериале «Слово пацана» актер дал несколько интервью, в которых он не только критиковал своих коллег-артистов, но и насмехался над звездами советского кино. Не так давно телеведущий Атар Кушанашвили высмеял самого Кологривого. Никита Кологривый заявил, что ему не импонируют Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов, и поэтому он не будет называть их светочами, как это делают остальные. «Я не думаю, что Смоктуновский лучше, чем я. Вот и все. Мне не нравится Смоктуновский, Абдулов. Для меня всегда их роли были скучны», — сказал актер. Атар Кушанашвили, услышав такое признание со стороны артиста, заявил, что Никита поступил глупо, нелестно высказавшись о Смоктуновском и Абдулове. По мнению телеведущего, молодому актеру не стоило посягать на святое и ставить себя выше легенд советского кинематографа. «Кологривый, пес ты шелудивый, мне б тебя в хвост и в гриву. Ничего против него не имею, если б он не был таким костным, ограниченным и тупым. Амбициозным быть хорошо, но иногда лучше подключать мозги», — обратился он к актеру. Кушанашвили добавил, что Смоктуновский запомнился множеством выдающихся ролей в театре и кино. По его мнению, через год-другой Кологривого забудут, а советских актеров будут помнить всегда. «То, что я видел в исполнении Кологривого, игра хуже, чем у моего кота, когда тот выпрашивает у меня еду. Кот играет лучше, чем все, кого Жора Крыжовников снял в этом сериале «Слово пацана». Более третичного, даже не вторичного, кино не существует», — вынес свой вердикт Атар.